Жил-был странствующий принц Артур, который любил походы и приключения. Однажды во время очередного похода Артура нагнал гонец и вручил ему письмо от отца, короля Роланда. В письме сообщалось, что Роланд назначил Артура главой королевской службы по розыску пропавших принцесс. Служба находилась на самой окраине королевства и уже давно пребывала в упадке. Принцессы никуда не пропадали и сидели по родительским дворцам в покое, уюте и безопасности. В услугах Артура никто не нуждался. Одним прекрасным ранним утром почтовый голубь принес письмо с первым заданием для принца. В соседнем королевстве дочь короля, прекрасная принцесса Фиона, отправилась в джунгли ловить бабочек для своей научной коллекции и не вернулась к обеду, и к ужину вообще не вернулась. «Вот он, шанс проявить себя», подумал Артур. «Я должен спасти прекрасную Фиону и доказать, на что я способен». Спустя несколько дней Артур уже стоял на границе заповедника, в котором последний раз видели пропавшую принцессу. Местный житель рассказал ему, как гигантская горилла, живущая в этих землях, уносила Фиону в чащу. Время пошло. Поехали! Время пошло!
не хватает дров. Не хватает дров. Не хватает дров.